Так, любимые форсуночки промытые, чистенькие, родненькие, хорошенькие. Так, при установке форсунок на планку, рампу, подачи топлива. Сначала надо одеть прижимчики или скобы. Ну, я их называю. Как кто хочет, так и скобы. Вот. Сначала мы их снимали, а теперь наоборот немножко. Надеваем скобу вот эту на форсунку. Сейчас я покажу. Что мы одеваем, чтобы вас не путать. Вот. Вот такую скобочку. Одеваем вот. Видите куда? Вот там есть такой разъемчик. И вот сверху прям. Одеваем. И что мы делаем дальше? И пытаемся вставить. Надо, наверное, смочить. Бензинчиком это так не войдет. Так, одеваем вот этим поясочком вверх. Сейчас я попробую. О, вот должен быть такой щелчок. Красивенький. Одну я вам уже вставил. Сейчас попробуем. Ничего мне не видно. Вот одну я вставил, видите, коснулась этим черненьким поясочком аж к этому. И вторую. Да, я думал, будет полегче, но они так туго туда заходят, что ё-моё просто. Это хорошо. Сейчас поставим еще две. Так, вот. Берем еще одну. Уже с надетым вот этой. И пробуем. О, пошла родная. Проверим сейчас. Последнюю поставлю сейчас. Последняя форсуночка. Где ты? Я так подую в гнездышко, чтоб весь мусор оттуда. Улетел. Так, как мне тут отпереться, чтоб... И вот это уже стоит там, не надо. Осталось что сделать? Надеть планку и зажать ее крепежными болтами. Крепежами, в смысле, да. Планочка.
дырочки все поубирали, чтобы, не попали они туда. Тут нашел с помощью какой-то матери и немножко поднатужились мы и посадили все это дело на место. Щелкнули все эти защелки. Так, как будто все сидит на своих местах. Теперь берем болтик и нажим, ляем. Наживили, наживили. Болтик нажмем, еще один. Так, восстанавливал, что немножко аж передавил. Наживили другой. Вот наш ключик. И зажимаем ключик. Поджали этот. Зажимаем не так, чтобы аж посрывать резьбу, болты и все прочее. Так, легенько позажимали. Ну и все, осталось только надеть. Видите, одну я уже надел. Так, не, чтобы видно было. Все. И с этой стороны. Ну, одеваются они уже полегче, чем снимаются. О, все. Одели, подключили рамку, установили, ничего мы тут больше не забыли, не, как будто все на своих местах. Все, будем сейчас установим свечи, которые мы проверили на искру, и будем пробовать запускать. Смотрим внимательно. Ну, где ключи, пробуем. Пробуем, попробуем. Попробуем, что
завелась, как слышите. Все работает, свечи работают, никакого у нас лишнего постороннего звука нету. Похоже, что мы устранили неисправность. Где-то была или форсунка, я не смотрел просто сначала. Или форсунка. Или свеча. Ну ладно, прям немного на улице. Так, ну, как будто все исправили. Всем спасибо, что смотрели. Форсунки промыли, свечи на искру проверили, и все, можно теперь свободненько куда-то выезжать. А то она, ну, звук не тот, все понимают. Куда-то что-то не работает, всегда видно и слышно, что что-то не то. Так что всем спасибо, всем пока.